Всем привет, всем здравствуйте! Вы с Ириной Якут в Америке, и мы с вами в бутике Coach. У них здесь можно только по записи приходить, но меня запускают. И мы сегодня делаем монограмм девочки на брелок, и у них есть на продажу вот эта витрина, и вот та витрина, и немного часов, немного джурали, как-то украшений, вот, которые они нам готовы предложить со скидкой 30-50%. Там просто на каждую нужно смотреть отдельно. И я вам хочу кое-что новенькое показать. Сейчас посмотрю, с чего начну. Итак, начинаю вам показывать вот эти новинки. Малюсенькие рюкзачки. Вот этот большой рюкзак. У них здесь вот на стекле с обратной стороны написано, что летняя распродажа вот до 50%. А мы с вами можем пока посмотреть новинки. Рюкзачок вам покажу, он совсем малюсенький, малышок. Сейчас мы глянем, как он выглядит. Вот так вот он смотрится. Вот такой вот сказочный рюкзак из новой коллекции. У них тут еще какие-то вещи есть из новой коллекции, я пока даже не очень могу сообразить, что. Но вам сейчас витринки покажу, то, что есть в магазине. Вот те вот новые цвета. Я не видела те сумочки в таком цвете еще. Так. Ну вот эти все для нас знакомые модельки. Вот здесь все новые вот эти модельчики стоят, которые Дженнифер Лопес рекламирует. И у нас с вами, кстати, в ближайшем ролике будет классная штучка от Дженнифер Лопес. Так, здесь шарфики. И вот эти рюкзачки новенькие. Вот этот размер, кстати, побольше, чем вот этот маленький. В черном цвете. Так, это вот мужские здесь предложения у них. Вот это, по-моему, новые, таких мы не видели. Ой, куда ты поехала? Так, ну вот эту витрину я вам пока показываю, то, что без скидок. Ой, какой приятный цвет. Так, такие мы с вами видели и примеряли. Ой, вот этот прям такой благородный, мама мия. Такой приятный. Какой классный рюкзак. Суперский. Так, ну это он без скидки, дорогой будет. Нужно на сайте будет цену посмотреть, если вам будет интересно. Не падай. Ой, кейсы для косметики. Дорожные. Здесь витрина с мужскими портмоне. И карт-холдерами. Здесь дорожные сумочки мужские, реклама в бутике и обувь. Кто любит обувь от Coach? А, девчонки лежат, загорают. Так, вот здесь еще такие кроссовочки. Лоферы. Так, и здесь пошла витрина без скидок. Просто рассматриваем, какие здесь есть новинки. Здесь витрина с кошельками женскими и косметичками. Какие приятные цвета. А вот эта витрина уже со скидкой. То есть тут от 30 до 50 вот на эти модели есть скидочки. Так,
девочка, которая у нас вот эту сумку, мы ждем, нет, другую чуть-чуть. Чарли. Так, и смотрите, здесь ремень зеленый. Сейчас надо спросить, он тоже со скидкой, потому что это он здесь для рекламы, у него, да, со скидкой. Вот сколько там цена? 42, что ли? $90 получается, да, со скидкой. I'm sorry, you tell me something. Yeah, sorry, I don't think I can get that back for you. О, девочка-продавец искала сумочку, отвечала, что не может найти. Мы здесь одну присматриваем с девочкой. И вот эта витринка тоже на скидках. Вот эти все красоточки, если кто-то такие себе присматривал, то они на скидках. И вот эти кошелечки тоже со скидками. И вот эти брелочки. Итак, вот это новенькое, а вот это скоро будет в нашем обзоре. Скоро-скоро. И смотрите, вот эти тоже новые сумочки. Так, а вот это у них частично здесь. You have sale on this bag? No? Нет, это без скидок. Извините. А вот на это скидки есть. На украшения. Написано, что есть скидочка. Так. Ну и сейчас я вам еще покажу часики. Здесь под часиками еще вот такие сумочки спрятались. Но они, по-моему, без скидок. А вот эти часы тоже без скидок. А со скидками получается вот эта часть. Вот эти. И вот эти ремни. Вот такой получился обзорчик у нас. Смотрите, вот такая вот касечка. Какой приятный цвет. Это совершенно новенький. А это черненькая. Это малышечки тоже новые. И сейчас я зашла в Мэйсис, в отдел Коуч. И здесь есть несколько витрин со скидками тоже. То есть вот эти сумочки, они идут по полной стоимости. С этой стороны витрина тоже по полной стоимости. А вот здесь уже пошел столик. Гляньте, джинсовые вот эти сумочки классные. Этот столик. Но зеркала близко нет, чтобы вам приложить к себе. А они здесь привязаны. Я думаю, вам будет видно. Этот столик со скидкой 40%. Вот эта стоечка тоже со скидкой 40%. Эта стойка со скидкой 25%. И этот столик тоже. Эта стойка без скидок. Кроссбоди. Так, на этой стойке нет ценника или скидки. А вот на этом столике есть 40% скидка. Значит, вот эти все Жаде со скидками. Так, здесь что новенького? Ну, вот это уже даже непонятно, тоже нет со скидками. Относится это или это отдельный столик? Непонятно. Вот этот столик точно без скидок, на нем нет скидок. Вот эта витрина с кошелечками.
тоже без скидок. И вот эта стойка тоже без скидок, но со скидками. Вот эта стойка, но маленькими, 25%. И вернулись опять туда, откуда начали. Вот эту сумочку, девочка Валентина, вы спрашивали, но нет, она без скидки. Итак, я вам уже намиксовала все, потому что не хочется отдельное видео снимать в нашем любимом Диллардсе. Весь коуч стоит, ну не весь, вот на этом нет 30% скидки. А вот этот есть сумочки со скидкой 30% столик. Вот видите, стоит где? Вот он сидит. Вот. И не буду по всем бегать сумочкам, но подойду к Брамин, потому что очень многие интересуются, что же со скидками на Брамин. Ну, ребята, со скидками на Брамин история такая. На скидках есть весь Брамин, кроме черного цвета, цвета пекан и вот этого тостового цвета, тостит называется. На него скидок нет. Все остальное со скидкой 30%. Та витрина, которая у нас с вами всегда стояла скидочная, она сейчас вся уставлена сумочками пекан. Кстати, вот смотрите, как раскладывается вот это. О, это не Каролина, напомните, на К. Нет, это не Кэролайн, это Камила. Камила, это Камила. Вот она как может смотреться, когда раскладывается. Что-то они все там Камилки пораскладывали. То есть вот эти все цвета, три цвета, без скидок. Вот такая вот история с Брамином. Так, а со скидками получается... В наличии в нашем магазине есть вот эти сумочки. Вот эти сумочки. Вот это все тоже со скидками. Но здесь, соответственно, ну вот они и разделили. Вот эта витрина с кошельками без скидок. А вот эта витрина с кошельками со скидками. И это все со скидками. И, наверное, я вам сюда... Также предложу обзор на две сумочки, которые девочка просила сравнить. Две Амелии размером. Так, и она Селин просила. А Селин это какая? Вот это Селин? Нет, это другая. Сейчас найду Селин. Вот две сумки Амелии. Крупная, large и medium. Это наши ведра. Есть еще малышки. Так, ну здесь я не вижу. Но они еще меньше, чем вот это medium. Вот смотрите, как они смотрятся. Вот это вот крупная Large Амелия, которая большое ведро. Вот это Амелия средняя. Размеры на сайте у них есть, но вы сейчас как бы на человеке видите, как они смотрятся. У них разница принципиальная в размерах и принципиальная разница в ручках. То есть вот эта крупная, она одевается на плечо, у нее ручка имеет возможность удлиниться. То есть сейчас вот она, так думаю, на самый короткий вариант. Но если мы ее оденем на плечо, то она вот такая крупная. А мелкая вот такая. И у мелкой ручка верхняя без регулировки, длинная, ремешочек. Но он отстегивается, этот ремешочек. А вот эта ручка стационарная. А внутри они, ну, как бы одинаковая у них внутренность. Сейчас покажу. Вот так вот они смотрят. Ну и вот здесь вот я вам в ряд выстроила. Вот малышка. Вот Амелия медиум, средняя. Вот Амелия крупная, которую я только что показывала. И вот Элиза. То есть по вместимости Элиза сравнима с крупной Амелией. То есть она будет побольше, чем Амелия средняя. А вот, она что-то получается среднее между подместимостью вот этой Амелии. У них есть сходство, потому что отдел под замочком во всех этих трех сумочках. Ну, что вот он только по размерам отличается. И в Элизе такая же ситуация. Но у Элизы застежка на закрутке. Две ручки у нее. И вот этот ремешок длинный, съемный. Он, кстати, не очень длинный, он вот здесь вот на крупную самую сделан, но он больше будет и неудобно, потому что она больших размеров.
Вот. И длинный ремешок отстегивающийся есть у этой. И нет длинного ремешка у Large. И застегиваются они. Ну, кармашек вот такой вот на молнии и пистолетик, карабинчик, вернее. Он есть во всех сумочках. И вот эти сумки Амелии, они застегиваются вот на эту кнопку. Она такая магнитная кнопочка. Вот услышали, да? А вот у этой застежка вот такая. Сейчас попробую вам... Ой, наоборот закрыла. Сейчас попробую вам в сравнении на мне показать их. Ну и вот как они смотрятся в сравнении. То есть вот это Элиза. Ой, соскакивает с плеча. Вот на самую длинную ремешок Элизы сделан. И вот это крупная Амелия. Да, то есть вот, если вам видно. И сейчас хочу вам показать, что вот эта Элиза, если от нее отстегивать длинный ремешок, то вы ее вполне можете носить вот так тоже на плече. То есть вот так вот она смотрится на плече. Либо вот так она смотрится на руке. Вот. И вот так вот смотрится, опс, акробат. Вот. Ну а я с вами на этом прощаюсь. На сегодня все. Берегите себя. Всем всего доброго. Пока-пока.